Выпуск новостей продолжит рубрика «Патрульная служба» и ее ведущая Ирина Чекунова. Предъявлено обвинение жителю Твери, совершившего, по мнению следствия, поджог бывшей сожительницы. Об этом диком случае мы рассказывали в патрульной службе. Выезжали на место трагедии. Из квартиры, где проживала пострадавшая, ее доставили в ожоговое отделение областной клинической больницы с 80% ожога тела. Спустя 3 дня женщина скончалась. По версии следствия, 5 июля между сожителями в квартире, расположенной по улице Зинаиды Конопляниковой города Твери, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой мужчина облил женщину легко воспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего с места преступления скрылся. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство, до конца. По независящим от него обстоятельствам пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозом термический ожог пламенем, 80% тела ожог дыхательных путей. Благодаря проведению сотрудниками Следственного комитета и полиции слаженных следственных действий и оперативно-розыскных мер лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано по горячим следам. Сам тогда еще подозреваемый в интервью патрульной службе сказал, что виновным себя считает частично. Все получилось случайно. Калечить свою бывшую сожительницу, а тем более убивать, он не хотел. А у вас с собой эта жидкость была? Нет. А где вы взяли ее? Она у нее была в руках почему-то. Это импульсивно получилось, да? Конечно. Она вас обидела? Да, мы ругались с ней. А давно ее знаете? Ну, 6 лет примерно. Вместе жили, да? Да. Вы раскаиваетесь? Да, отчасти. Вам сколько лет-то? 52. Вас как зовут? Михаил. Михаил. Вы работаете где, Миш? Сейчас нет. Ну, так, дорабатываю. Ну, работаю участником, водителем. Сейчас права у меня кончились, сейчас не работаю водителем. Угу. Надо восстановить права. Ну, 10 лет прошло. Но не ожидали, что этим дело закончится, да? Конечно, нет. Убежали, страшно стало? Да. Не помогли? Я думал, ничего серьезного. Во-первых, там, а во-вторых, там была подруга с другом. Они все видели это. Свидетель же есть. Мне сказал, вызывайте скорую или делайте что-нибудь. По всей видимости, знакомые, ставшие свидетелями трагедии, и побежали в расположенную рядом подстанцию скорой медицинской помощи. Как мы уже сообщали, суд избрал в отношении теперь уже обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Мы следим за ходом событий. Компания «Альтаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300 020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.